Пока Анастасия Решетова нежится под лучами солнца и осваивает серфинг вместе с лидером Black Star Mafia и его дочерью от Алены Шишковой, в Instagram звезды случилось страшное. Поклонники знаменитости с удивлением обнаружили, что паблик любимицы заблокирован. Ни тебе новых фотографий, ни сторис в ленте. Злопыхатели тут же активизировались, уверяя, что всему виной накрутка подписчиков и лайков, которыми Настя злоупотребляет. Надеемся, что совсем скоро Решетова восстановит свой Instagram и вновь будет радовать нас красивыми фотографиями, доказывая, что все миллионы честно заработаны. Миллионы подписчиков, разумеется.